Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема. Общее устройство и схемы электрооборудования автомобиля. Прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать то, что данное видео является продолжением моего предыдущего видео. Ссылки, соответственно, будут в описании. Вот. И рассмотрим этот вопрос теперь поподробнее. Электрооборудование автомобиля состоит из следующих систем. Первая. Система электроснабжения. Предназначен для питания током и поддержания постоянного напряжения в бортовой сети автомобиля. В данную систему входит аккумулятор и генератор, ну, то бишь, по дефолту, по стандарту. Второе. Система электрического пуска обеспечивает вращение коленчатого вала двигателя при его пуске с частотой, обеспечивающей оборот для нормальной смеси образования и воспламенение смеси. В эту систему входит аккумулятор, стартер, реле стартера, выключатель зажигания. Третье. Система зажигания обеспечивает своевременное воспламенение смеси на всех режимах работы двигателя. В систему зажигания входит катушка зажигания, прерыватель-распределитель, свеча зажигания, провода высокого и низкого напряжения. Четвертое. Система освещения и сигнализация. Служит для освещения автомобиля в темное время суток, подачи световых и звуковых сигналов. Ну, данная тема достаточно большая и изучается по сей день. Поэтому сейчас я не стал акцентировать внимание на это. Это, скажем так, послужит темой для моего будущего видео, в котором, собственно, я буду рассматривать этот вопрос подробнее. Но уже в разделе «Практика», что, собственно, много интереснее, чем теория. Это, собственно, все, о чем я хотел сегодня рассказать. На этом все. Всем спасибо. Не забываем обращать внимание на ссылки. И до новых встреч!